Ребят, охотники, приветствую. Важная информация. Новые правила уже вступили в силу, и они действуют. Сегодня сдавал путевку. Теперь при сдаче путевки лицевая часть отрывается сотрудникам, на ней ставится дата сдачи и подпись. И вот этот купончик, вот этот кусок, нужно хранить до следующего сезона охоты. Потому что если вдруг какие-то форс-мажоры и вас не внесут в базу или еще что-то случится, то вы не сможете никак доказать, что вы сдали путевку. А это лишает вас права охоты на год. Соответственно, у нас есть общество охотников и рыболовов с другими угодьями. Там всегда дается желтенькая путевка и вот такая путевка, еще ну, такой образец, такой документ. Тут также ставится отметка, дата сдачи и роспись сотрудника. Соответственно, его нужно хранить до следующего сезона охоты, чтобы не лишиться охоты на год. Так что всем ни пуха ни пера, сдавайте путевки вовремя, чтобы не лишиться охоты.